Всем привет! Сегодня я хочу сделать очередной обзор посылки из Китая. В общем, эта посылка пришла из интернет-магазина iCStation.com, о котором я рассказывал в предыдущих видео. Магазин периодически присылает бесплатные тестовые образцы с условием, что вы снимаете видеообзор на данную продукцию и выкладываете на своем YouTube-канале. Магазин присылает образцы на свое усмотрение, поэтому я понятия не имею, что находится внутри. Ну и сейчас откроем пакет и посмотрим, что пришло на этот раз. Какое-то небольшое вложение. Так, видим тут три каких-то контроллера, два конструктора, два набора для самостоятельной сборки и один готовый, видимо, какой-то датчик для Arduino контроллера. Посмотрим поближе, что это такое. Видно, готовая плата и набор деталей. Здесь указание NE555. Это, видимо, какой-то генератор на 555 таймере. Сейчас посмотрим, что это такое. Так, видим готовую плату. Запаиваем детали, получаем готовое устройство. Здесь виден адрес магазина, логотип. И здесь обозначение всех элементов. Так, первый комплект у нас пара транзисторов, несколько резисторов, конденсатор и два светодиода. Ну, похоже, какая-то, возможно, небольшая мигалка. Судя по всему, какой-то мультивибратор. Транзисторы. Название S9014, два транзистора. Так, и второй у нас конструктор. Сейчас посмотрим, что в нем. Также готовая плата под установку компонентов. Видим микросхема NE555, два переменных резистора, разъемы, конденсаторы, видимо, какой-то генератор. Качество исполнения плат можно видеть. Очень качественно выполнены.
набор компонентов. Микросхема NE555, резисторы, светодиод. В общем, конструкторы. По каждому из конструкторов я сниму отдельное видео. Так, еще один датчик, видимо, какой-то транзистор, переменный резистор, какая-то микросхема, возможно, что-то немножко загнуто, возможно, какой-то сенсор или термодатчик какой-то. Посмотрим, что это такое. Тоже качество исполнения вполне приличное. Так, в ближайшее время я сниму отдельное видео по каждому из этих контроллеров, где покажу процесс сборки и работу каждого из них. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и всем удачи!